победы, день сильной державы, праздник главный для нашей страны, героизма и воинской славы, чем мы живы и чем мы горды. Мы встречаем его всем народом, праздник мирной, счастливой весны, и с людьми в солидарность природа осыпает цветами сады. С уважением хотим поклониться той весне 45-го года. Снова слезы и радость на лицах. Мирный май, ты принес нам свободу. Которые подарили нам наши великие предки. Сегодня в этом зале ветераны войны, труженики тыла, и мы, новое поколение, по праву считающее себя наследниками великой победы, потому что помним, потому что гордимся. Потому что...
просим всех встать. Торжественный марш знамен. Государственный флаг Российской Федерации. Знамя 354-й стрелковой Калинковической, ордена Ленина краснознаменной, ордена Суворова второй степени дивизии и знамя Победы внести. Торжественное собрание, посвященное 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Иван Александрович Белозерцев. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Трудового фронта, уважаемые земляки, накануне большого праздника 73-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне примите самые искренние и сердечные поздравления. Для всех нас 9 мая – это особый государственный праздник. В этот день каждая семья вспоминает о своих близких, о тех, кто бесстрашно уходил на фронт, кто эвакуировал заводы и в немыслимо короткие сроки переводил промышленность на военные рельсы, о тех, кто после бомбежек спасал раненых и сутками стоял у станка, кто тяжело работал на селе, стараясь обеспечить фронт продовольствием. Мы вспоминаем героев, которые, обрекая себя на смерть, шли на таран вражеских самолетов и бросались на танки с одной гранатой в руке. Своим телом закрывали неприятельский дзот, пускали под откос фашистские поезда, терпели пытки в тюрьмах и концлагерях. Все они стояли насмерть, бились до последнего. За землю свою русскую, за свою семью, за свой народ. Это наши солдаты и офицеры живым щитом встали перед Москвой осенью 41 года. Это они вели ожесточенные бои за Ленинград, прокладывали дорогу жизни к осажденному городу. Наши ветераны дрались за каждый дом Сталинграда, бились за Кавказ, погибали
на Курской дуге. Они форсировали Днепр и Вислу и Одер, освобождали порабощенную Европу, возвращали детей матерям, а страны народам. Они не позволяли себе мстить населению освобожденных территорий за зверства фашизма, за наши сожженные города и деревни, за безвинно убитые мирных граждан, советских граждан. Они демонстрировали высшие примеры гуманизма, сохраняя архитектуру и культурные объекты европейских государств. Вместе с силой наши солдаты и офицеры проявляли милосердие, дошли до Берлина, показав миру беспримерное мужество и благородство. Сегодня в Европе мало кто хочет об этом вспомнить. На Западе открыто реабилитируют нацистских палачей и проводят фашистские марши. Но все мы – дети Победы, и наш долг – сохранить и передать светлую память и гордость за наших героев, правду о страшных и великих днях той ужасной кровопролитной войны. Мы никому не позволим переписать историю нашей великой страны, историю, подвиг наших отцов и дедов. Дорогие наши ветераны, мы склоняемся перед вашим ратным и трудовым подвигом, помним о тех, кого уже сегодня нет с нами. Примите нашу благодарность и любовь, светлая память ушедшим из жизни. Нас всех объединяет стремление к справедливости и любви к родной стране. За то, чтобы избавить мир от чумы 20 века, мы заплатили огромную цену. Более 25 миллионов советских людей погибли. Ни одна семья не осталась в стороне от этого горя. Из 300 тысяч пензенцев, ушедших на фронт, не вернулись почти 200 тысяч наших земляков. Мы не вправе забывать об этом. Сегодня Верховный Главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин делает все для укрепления и развития экономического потенциала и оборонного могущества нашей страны. Несмотря на то, что нас пытается давить экономически слева и справа, и политически, президент делает все для развития нашего государства. Вооруженные силы Российской Федерации оснащаются самым современным вооружением и боевой техникой. Проводится огромная работа по повышению уровня профессиональной подготовки личного состава. И ни у кого из нас нет ни малейших сомнений в том, что наша армия способна отразить любой удар любого агрессора, который посягнет на безопасность и независимость нашего государства. Дорогие земляки, я желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, любви, удачи, тепла, человеческих отношений и благополучия. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным. С праздником, с Днем Великой Победы! И уважением мы предоставляем слово участнику Великой Отечественной войны, председателю Совета ветеранов 354-й Калинковической стрелковой дивизии, заслуженному работнику сельского хозяйства РСФСР Александру Константиновичу Дручкову. Уважаемый Иван Александрович, а в вашем лице
все Пензенская область и все присутствующие здесь в зале. Под этим знаменем 354-й дивизии ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова второй степени, Калининской, Пензенской дивизии, которая была сформирована в Грозном в 1941 году здесь на Пензенской земле из русских, мордвов, татар, чуваш и некоторых других. Пензенцы во время войны показали мужество, стойкость, преданность, патриотизм при защите нашей Родины. И когда немец подошел к стенам Москвы, 354-я дивизия, сформированная в Пензенской области, грудью стала на защиту нашей Родины. Не только остановила, но и перешла в наступление. И сейчас под Москвой, в деревне Матушкино, Крюково, стоят памятники, с которых земля взята к Кремлевской стене у Вечного огня. Дорогие друзья, я вас поздравляю с праздником Великой Победы. И сейчас отдельные враги и недруги нашей страны пытаются исказить нашу историю, приунизить наши завоевания. Мы им говорили, говорим, и теперь уже в вашем лице, дорогие друзья, будем говорить: не трогай, враг, земли родной, страну труда не трожь, для российской крепкой стали нет заслонов и преград. Это мы уж доказали, что такое Сталинград, Москва, Ленинград. И в том далеком, победоносном 45-м году на стене поверженного Рейхстага написали: «А мы из Пензы». Спасибо, с праздником! К выносу государственного флага Российской Федерации, знамени 354-й стрелковой Калинковической, ордена Ленина Краснознаменной, ордена Суворова второй степени дивизии и знамени Победы, прошу встать, знамена вынести. Государства наши земли пытались захватить много раз, но всегда побеждала сила духа, храбрость, стойкость и сплоченность народа. И говорить, что русские хотят войны, могут только те страны, на чьей территории ее никогда не было. Те, кто, разжигая конфликты в чужих государствах, думают только о своей выгоде. Те, у кого нет прошлого, нет нации, а значит, нет души. Спросите вы у тишины над жирью пашеных полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех.
Черствела, не обуглилась. Свято чтите подвиг миллионов, чьей судьбою стала война. Страшной болью стала война. Обратитесь к ним, как к живым. Назовите их имена. Загляните в глаза и прочтите в них и великое горе, и огромную радость, и жизнь, и слезы, и любовь. Мирное небо над крепостью Бреста, в городе, в скверах счастливые лица. Свою провожает невесту, радость и нежность во взгляде струится. Смотрит на Невском с опишую тетом, и на театрах идет Волга-Волга. Снова Кронштадт провожает матросов, будет учебным поход их недолго. А за кормой красота новолунья, кружатся чайки над Пинским заливом. Год 41-й. Начало июня, все еще живы. Мимо фасада Большого театра мчатся на отдых трезвонья трамваи. В классах 10-х экзамены завтра, вечный огонь у Кремля не пылает. Все впереди, все пока накануне. 20 рассветов осталось счастливых. Год 41, начало июня, все еще живы, все еще живы. Внимание, говорит Москва, говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Кауна и другие.
женщины летели, уничтожив все, что мы любили, и сердца людей окаменели. Нашему миру, нашему счастью, нашей вечной гармонии, если для этого будет пролита хоть одна слезинка невинного ребенка. И сам ответил: ни одна слезинка не оправдает ни один прогресс, ни одну революцию, ни одну войну. Она всегда перевесит. Всего одна слезинка. Занесенный в графу с аккуратностью чисто немецкой, он на складе лежал среди обуви взрослой и детской.
его номер по книге 3209. Обувь детская, ношена, правый ботинок, заплатой. Кто чинил его? Где? В Мелитополе? В Кракове? В Вене? Кто носил его? Владок? Или русская девочка Женя? Как попал он сюда, в этот склад, в этот список проклятый? Подпорядковый номер 3209. Неужели другой не нашлось в целом мире дороги, по которой пришли эти детские ноги? В это страшное место, где мучили, жгли и пытали, а потом хладнокровно одежду с убитых считали. Здесь на всех языках о спасении пытались молиться чехи, греки, евреи, французы, австрийцы, бельгийцы. Здесь питала земля запах тлена и пролитой крови сотен тысяч людей, разных наций и разных сословий. Час расплаты пришел, палачей и убийц на колени. Суд народов идет по кровавым следам преступлений. Среди сотен улик этот детский ботинок заплатой, снятый Гитлером с жертвы 3209. Счастливый!
Война не жалела никого, ни детей, ни взрослых. Первые годы были самыми тяжелыми для нашей страны. Сплоченно, со всеми городами Советского Союза противостояла врагу и Пензенская область. В тылу и на передовой, днем и ночью наши земляки делали все возможное и невозможное для спасения Родины. Летом и осенью 41-го года на территории области было сформировано сразу несколько дивизий. Запасные бригады и полки постоянно готовили пополнение для фронта. В ряды действующей армии призваны более 300 тысяч человек. В октябре, когда немцы уже стояли под Москвой, началось глобальное строительство Сурского оборонительного рубежа, который проходил по территории нескольких областей. Протяженность рубежа в Пензенской области составила 360 километров. В его сооружении приняли участие 100 тысяч жителей. В 40-градусный мороз рыли землю, жили в плохо отапливаемых шалашах и землянках, но, несмотря на лишения и трудности, старались изо всех сил, понимая свою ответственность перед Родиной. В конце 41-го года в помещении бисквитной фабрики, ныне завод «Пензмаш», начинается производство реактивных минометов М-8, легендарных «Катюш». В связи с острой необходимостью в грамотных офицерах, способных в сложных условиях боевой обстановки организовать снабжение артиллерийским вооружением и боеприпасами, в Пензе открывается Высшая офицерская артиллерийско-техническая школа, родоначальница современного филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева. Артиллерия – бог войны! В этом мы убеждались не раз. Вы спасали страну от беды. Нет сильней и находчивей вас.
кабаков, чтоб девчата пушки нас не подвели. По Берлину мы из них огонь вели, и громя врага решительно бою. Повторяли поговорку мы свою. Хорошо служить тяжело, лучше кавалерии, а всего приятней, братцы, это артиллерия. А всего приятней, братцы, это артиллерия. Словно огненное море сметало все живое. Порой казалось, что горит и земля, и небо. Образцами мужества стали в эти страшные годы советские летчики. Гордые соколы, крылатые защитники. Так называли этих смелых людей. Среди них были и наши земляки, многие из которых были удостоены высшего звания Героя Советского Союза. Отдельной звездой на небосклоне доблести и славы увековечен подвиг пензенского летчика Константина Анохина. 6 июля 41 года он направил свой горящий самолет на танковую колонну противника и погиб. Он погиб, чтобы жили мы. Они, как мы, мечтали и любили, но судьбы их разрушила война. За мир своею жизнью заплатили, чтобы остаться в небе навсегда. Спасибо.
крови мою. Это беда, что с любимою не встретится он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал. И сложив бесстрашно крылья, на землю упал. Я хочу, чтоб жили лебеди, каждый человек, который считает себя гражданином и патриотом России, и кто знает историю своего народа и великого государства. В 1942 году, захватив Крым и Севастополь, немецкие оккупанты установили свой новый порядок, который нес смерть и порабощение. Людей вешали и расстреливали, тысячами угоняли в концлагеря. Но захватчикам не удалось сломить веру и задушить надежду. Стойкость, мужество и русский характер помогли полуострову выжить. На смену мучительным и суровым дням пришло освобождение. Во время битвы за Севастополь отличился наш земляк, уроженец села Бессоновка Константин Пикачев. 9 мая 1944 года рота Пикачева успешно взяла штурмом Севастопольский железнодорожный вокзал. В этом бою он погиб. Ровно за год до победы. Бои за Крым и Севастополь героическими страницами вошли в календарь победных сражений, в которых большую роль сыграл Черноморский флот. Российская гордость, российская слава, часовые советских морей, матросы и офицеры своей смелостью и отвагой подмочили авторитет несокрушимой немецкой армии. Свою лепту в общее дело победы внесли жители нашего региона. На деньги, собранные в Сурском крае, были построены подводная лодка и два торпедных катера «Пензенский комсомолец» и «Пензенский пионер». Крым, Севастополь, Черноморский флот в веках хранили преданность России. Для наших кораблей надежный порт и флагман русской доблести и силы. Сейчас. Ты прав.
за нами. Бриться рядом. Отступать некуда. Мы видеть бы, как зажгутся огни германского створа. Зажгутся огни! Прорвался! Хлопцы, будут теперь патроны! Будет хлеб! И водичка будет! Все будет! И может быть, письмо! Письма, семья, любовь! Мужчины без этого не могут! А вот я ничего обхожусь! Хоть никто мне не пишет! Никто? Ну только от фрица каждый день приветы получаю! Без марок, авиапочтой! Ай, неправильно говоришь, Любочан! Любовь для человека, как арык для винограда, Три месяца ни строчки от Нины. Где она сейчас? Что с ней? Если бы они там знали, насколько легче воевать с письмом в кармане. Дмитрий, товарищ лейтенант, вы бы отдохнули, пока можно. Я на фронте. Что всем морякам, то и мне. Держать оборону! Есть! Хлопцы! Бейте их, бога душу! Что разрешите обратиться, товарищ Мичман? Обращаюсь! Демаскируйте нас! Что? Что сейчас заметит фриц, как пуговицы-то поблескивают, раз юнкерсанта налетят? Трави! Отставить трави! Есть отставить! Воздух! Командир ранен! Товарищ лейтенант, давайте перевяжу! Так, Толмачева отставить! У меня есть немного холодной воды, пейте! Отдайте раненым, все у вас! Да все, разрешите идти! Товарищ лейтенант, дозвольте, мы с хлопчиками груз корабля поможем доставить. Без лихости там дорога простреливается. Слушаю. Хлопцы, за мной! Есть! Я знаю, как идти туда, по той дороге! Толмачева! Старшина второй статьи Толмачева! Вот что, Люба. Давайте все-таки перевяжу. Вот какое дело. Не сегодня, завтра. Наш батальон примет бой у самого уреза воды. А ты еще совсем девчонка. Тебе жить нужно. А что вам моя жизнь? Интересно? Я на фронте, что всем морякам, то и мне. Я решил отправить тебя в город. А что это мне видела? Сегодня повезешь раненых и останешься там. Понятно. Отправляйте подальше на спокойную жизнь. Так вот я вам не жена. Старшина! Дмитрий, не... Можете идти. Товарищ лейтенант, у меня вопрос. Ну? А в Ленинграде растут каштаны? Там липы растут. Все. Что, прямо на улице? Интересно. В летнем саду и на улицах кое-где. Все? Нет, не все. Товарищ лейтенант, а вы после войны будете жить в Ленинграде? После войны? Там видно будет, если не убьют. Вас! Вас никогда! Этого просто не может быть! Но раз ты так уверена, буду жить здесь, в Севастополе. Правда? 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 Ой, простите, ведь у нас лучшие. И каштаны, они гораздо красивее лип. Такие широкие, добрые, как у нас на Приморском. А вечером сквозь листья видны звезды. И море полно звезд, и еще такая музыка веселая играет. У меня ведь никого не осталось. Ни кола, ни двора, ни родных, ни близких. Только вы. Ну и вся рота. А знаешь, Любаша, музыка еще будет играть на Приморском. И я тебя приглашу на наш первый мирный севастопольский вальс. На вальс? Прямо на площади? Или лучше на Графской? Да хоть и на пристани.
и любовь к тебе придет. Первая, настоящая. Ну как, вопросов нет? Нет. Ну а в город я тебя все-таки отправлю, если успею. А не успеете? Товарищ лейтенант, значит, первый мирный вальс со мной. Первый мирный севастопольский вальс с тобой. Да никуда я отсюда не уйду. Тихо плещет волна, ярко светит луна. Мы вдоль берега моря идем, и поем, и поем. И шумит над головой сад осеннею листвой. Севастопольский вальс, золотые беги, нам светили в пути не раз, вдалеке маяки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые беги? На Балахов курган опустился туман. В эту ночь вы на пристань пришли проводить корабли. И тебе в краю любовь, вспоминая отчий дом. Севастопольский вальс, золотые деньки, мне светили в пути не раз ваших глаз огоньки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Мы вернулись домой, в Севастополь родной. Вновь, как прежде, каштаны в цвету, и опять я вас жду. Вдоль бульваров мы идем, и как в юности поем. Севастопольский вальс, золотые деньки, мне светили в пути не раз ваших глаз огоньки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Отечественной войны
Пиндинская земля стала родной для тысяч соотечественников из других городов. В наш регион были эвакуированы заводы, фабрики, учебные заведения и музыкальные школы из Москвы, Ленинграда, Симферополя, Курска, Орла, Харькова, Воронежа. Трудовой подвиг народа Сурского края в тылу не менее ценен. Работали до изнеможения, днем и ночью, обеспечивая фронт боеприпасами, продовольствием, военным снаряжением и одеждой. Отмечаемые в этом году славные даты – 75-летие прорыва блокады Ленинграда и победы в Сталинградской битве – это и наши победы. В период сражения за Сталинград в Пензу два раза в неделю прилетал самолет и каждым рейсом забирал 100 литров консервированной крови. А наши земляки, участники боевых действий, награждены медалями за оборону Сталинграда. Осажденный Ленинград был общей болью всей страны. 872 дня страха и голода, холод, разруха, смерть каждый день. И только один, единственный лучик надежды, который в конце концов пробил дорогу сквозь плотное кольцо черных туч и подарил свободу. До сих пор в нашем городе проживают люди, очевидцы того сурового времени, награжденные знаком житель блокадного Ленинграда и медалями за оборону славного города. Говорит Москва. Последний час успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда. В далеком тревожном военном году патрон батарей у страны на виду стояли со взрослым рядом мальчишки у стен. Thank you.
Пусть светлые мечты подарят мир планете, чтоб не было войны и чтоб смеялись дети. Все ближе и ближе. Переломный момент в ходе боевых действий. Курская битва, в которой после поражения немецких войск стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советской армии. 75 лет самому крупному сражению во всей истории Великой Отечественной войны. В нем принимала участие и стояла насмерть сформированная в Пензенской области легендарная 354-я стрелковая дивизия. Наши земляки самоотверженно бились в величайшей по своим масштабам танковой битве. Со всей злости бомбили советские самолеты. За миллионы убитых мстили русские «Катюши». Безжалостно давили врага знаменитые Т-34. Но все же победила не военная техника, а мужество нашего народа. Из года в год мы вечно помнить будем о тех боях на огненной дуге. Оборвались здесь нити тысяч судеб за мир и за свободу на земле. Год 43-й, и не счесть потери, а немцы наступают и теснят.
но дать отпор фашистской цитадели приказ получен. Ни на шаг назад. Лязг танковой брони в густом тумане. Идут в атаку тигры и пантеры. В ответ врагу взметнулось наше знамя, как символ правды, доблести и веры. И грянул бой. В минуты роковые земля горела, плавился металл. Катюш советских залпы огневые захватчиков сражали на повал. Удар! Еще удар! Близка победа! Орудий шквал, как град смертельный бил. И разрывая гулким эхом небо, солдатское «Ура!» переходил. И 50 кровавых долгих дней стояла насмерть Курская дуга. Разбив войска непрошенных гостей, вошла в историю России навсегда. Зарей рожденная хрустальная роса вновь заблестит на выжженной траве. Прозрачная роса солдатских душ слеза, что смертью храбрых пали на войне. Им голубое небо домом станет, и вечно жить им в памяти людей. И в вышине, над бывшим полем брани, поет им песню курский соловей. Thank you.
победы! Наша армия вела наступление на всех фронтах! Со слезами на глазах встречали советских солдат, освобожденные жители европейских стран. Кольцо вокруг вражеского гнезда сжималось. Берлинская операция стала завершающей в истории немецко-советского противостояния. Над разбитым Рейхстагом взметнулось знамя победы. По улицам маршировали наши войска. Все те, кто дошли. Все те, кто выжили. Все, кто по праву заслужили великое звание воина-победителя. Славных тех побед оставит в памяти счастливые мгновенья и вечного огня печально-алый свет. Одновременно радостью и горем наполнятся горячие сердца, и, вспоминая подвиги героев, вновь слезы навернутся на глаза. Мир берегите трепетно, как чудо, по-детски восхищаясь каждым днем, и лишь тогда суровых войн не будет, когда мы эту жизнь ценить начнем. Пусть белый шар поднимет легкий ветер, и символом душевной чистоты летит, как птица, к солнцу на рассвете, любуясь нашим миром с высоты. Остается беда.
Спойдемте, друзья, ведь завтра
со слезами на глазах. Он артеллских мечей не смыкала наша Родина чей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Это день победы, поле там для нас. Это праздник, седьмой на исках. Это радость, со слезами. Возвратились мы не все, на секунды пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, эту цель мы приближали, как могли. Это день победы. Thank you.